ребята, вот эта машина Mini Cooper S прибыла ко мне. Короче, что получается? Привезли мне цепь ГРМ, сказали, что цепь ГРМ поменять. Когда я открутил крышку клапанов, все оценил, все проверил, цепь просто дебелая. Ну, видно был предыдущий хозяин, поменял. А этот хозяин новый купил этот автомобиль. Когда он заехал сюда, обычно, когда нагревается автомобиль, цепь перестает сильно тарахтеть. Ну, в принципе, как. Завели мы обратно его, когда он приехал. Я нажимаю на обороты. Когда обороты даешь, цепь, если уже расслабленные, он перестает звуки издавать, стучание. А тут ни хрена не перестает. Ну, я говорю, я соединил, цепь просто идеально, идеально, отлично, не болтается. Даже я не мог, я покажу видео, конечно, я не мог даже раскачать, понимаете. Даже делал цепь обратно в положение, чтобы проверить натяжитель. Натяжитель тоже работает хорошо. Что вот я думал, ну, владельца автомобиля сказал, так, цепь можете вернуть, цепь в порядке. Ну, он испугался, конечно. Я ему сказал, что это стук с двигателя идет. Стук. Такой звук. Ну, я не заснял это видео. Я сам себе подумал, что это цепь ГРМ. Сейчас я вот и разобрал полностью. И помпу снял. Все снял. Ну, короче говоря, вот сейчас уже час умоляюсь. На первом и на четвертом я снял. Кладыши проверил. Что-то, ну, вроде бы нормально. Ну, и вот слушайте, какой звук. Вот такой звук все время. Сейчас я. Это сейчас я обратный ход кручу. Вот. Только что звук был. Сейчас иду по часовой. Мороз сделаю. Оп, вот стук обратно. Блять, зараз, подкрыльник мешает. Слышали, да? Что может быть? Может быть, палец поршневой. Такое быть, понимаете? Ну, я говорю, я первый, четвертый открутил, клатуши проверил. Вроде бы нормально. Но она еще может такими клатушами поездить 1050. Третий и второй я не откручивал. Так. Не знаю, может быть, я говорю, или палец, или коренные что-то, это клатыши. Не знаю, блядь. На него меня так озадачил. Сейчас еще раз. Еще было такой случай у меня.
пружина клапана была поломана в одной машине. Этот звук не должен быть. Должен быть компрессорный звук и все. Воздух. Да. Оп, слышите? Не знаю, сейчас я, наверное, вот эти второй, третий откручу тоже, проверю. Он именно приподнятым. Такое, сука, делать и при опустении. А сейчас будет обязательно звук. Вот этот звук не должен быть двигателем. Вот такой звук, и все время как будто цепь тарахтит. Сейчас я откручу эти тоже. Проверю. Черт его знает, значит, что еще может быть. Ну вот я недавно одной машине делал, тоже такой же звук был. Сейчас, если я не вытяну эти шатуны, сейчас покажу вам. Вот люди меняли автомобили одной кладыши. Стук все время появлялся все равно. Одно и то же, однотипный звук был. Поменяли кладыши. Потом, и вот когда я приехал, начал его ремонтировать двигатель привезли, и я обнаружил, вот видите, как он стерся, бля, пальцы, вот здесь он был, и вот, пожалуйста, такая проблема была, и кто знает, бля, где звук дает, понимаете, видимо, тоже биение здесь идет, понимаете. Я говорю, или коренные, или поршневые шатунные втулки вот эти. Смотрим. Не знаю, сейчас это владелец автомобиля, я ему расскажу, что он решит, я не знаю. Ну, человек такой вроде нормальный. Ну, все обратно спрашивают, сколько цена будет. Но я знаю, что в Канаде вот это ремонт двигателя. Это около за работу где-то 2000 фунтов, 2000 канадских долларов беру. Тут я все зависит от автомобиля, какой там сложности. И, короче, за эту работу я могу взять, если полностью двигатель разобрать, проверить и найти проблему и установить его где-то фунтов 500. От 500 до 700. Ну вот. Вот такие дела. Сейчас я тут откручу и проверим дальше. Вот я открутил второй шатун. Ну, тут, если так проверить, ну, тормозит крючок. Видите? Чувствуется. И вот тут сильно. Ну, не знаю, такой может быть, хрен знает. Из-за этого колевал нормально. Нет никаких задев. Да. Еще же надо верхний смотреть. Но верхний я сейчас не откручу. Почему? Тут видите, четырехслойный двигатель. Поддон, потом второй часть, потом блок, потом крышка пола. Видимо, придется снимать двигатель, наверное, и смотреть. Может, даже палец разбитый. Это же бензинка. Хотя и на дизеле такое происходит. Сейчас я отсоединяю третий, проверим третий. Короче, дали мне добро. Хозяин решил, короче,
чтобы я отремонтировал двигатель и проверил, в чем дело. Все, мы сняли двигатель с проводами, все вместе. Вот. Ребята, вот я нашел эту проблему, почему стук был. И за этих тапится, они заклинены. Они не рабочие. Он до конца не идет. А это вообще, бля, вот какие они должны быть. Ну, когда новую покупаете, он туго идет. Ну, когда вы плоскогубцами зажмете, он должен до конца пойти. И тогда уже будет работать мягко. Все, эти все рабочие, и эти тоже рабочие. И вот за это этот распредвал он ударял. Может даже, сука, и может погнуть его. Я даже не знаю, но сперва мы три поставим этих новых. Потом я его соберу. А еще кладыш надо второго цилиндра тоже поменять. Шатуна там очень большой зазира. Вроде бы коленвал шея хорошая. А вот кладыш хреново. Сейчас буду до них добираться. Вообще, вот он, видите, полоска, она вот так гулял там, да, и сделал канал. Ну, конечно, все кладыши надо менять без разговора. Дик, вот такой звук. И также вот то немножко, потом шатун поршневой, вот этот второй цилиндр тоже, там сильные задиры. Потом сейчас, потом и три тапицы этих мертвых, и все, она в кучу собирался. Распредвал, конечно, тут уже мертвый тоже. Ну, короче говоря, владелец придет, будем говорить. Ну, я думаю, если мы кладыши поменяем, отполируем колевал, и я думаю, что будет, и тапицы поменяем, что он еще может поездить. Но если он захочет сделать капитальный ремонт, то я не знаю. Еще я еще не проверял пальцы поршневые. Еще до них будем доходить, тогда уже точный результат сделаем диагностики. Сейчас заодно и проверим пальцы. Хорошо. Поднять. Ладно, сейчас болт накручу и подниму. Отличный. Хорошо. Так, ребят, вот еще нашел проблему. Вот видите, видно, как сальник гулял туда-сюда, туда-сюда. Я имею в виду коленвал. Обычно, если коленвал не гуляет, только такая след от сальника тонкий-тонкий, как игла. А тут он, видите, раскачался сильно очень. Такая хренотень там, наверное, оттерся или притер, хрен знает. Они даже и не зажаты, я даже могу их, видите, оно легко идет по полумесяца. Все, ребята, вот я нашел все эти его маленькие проблемы. От кого он начался, хрен его знает. Из-за этого в этом машине
специальный КТЮК впереди и сзади двигателя. Так что у кого такая проблема, чтобы вы знали, куда лезть. Все, ребят, сейчас запчасти заказываю, запчасти приходят, все меняем, ставлю. Я думаю, что машина еще поездит. Так, и естественно надо коленвал. Эти коренные, они, видите, здесь труба, здесь есть такой. Отполируем. Я думаю, что он будет ездить. Все, ребят, всем пока. У кого какие вопросы, там пишите комментарии, ставьте лайки. Добавляйте.